Будете в Японии, в Токио, обязательно найдите время посетить небольшой городок Хаконе. Городок расположен к юго-западу от столицы, неподалеку от знаменитой горы Фудзи и широко известен благодаря удивительному музею скульптур под открытым небом. Поездка в Хаконе будет непростой экскурсией, в этом месте захочется провести целый день, просто отдыхая от шумного Токио. На фото, Япония. Хаконе, музей скульптур. Музей Хаконе не похож на какой-нибудь музей восковых фигур, это скорее парк, где проводят свои выходные дни японцы и немногочисленные туристы. Здесь собраны работы многих известных японских художников, причем вся эта бесценная коллекция скульптур выставлена под открытым небом. На фото, Япония. Музей Хаконе. Окрестности музея по замыслу строителей, произведения искусства всегда должны быть в гармонии с природой. И это понимают даже те, кто совершенно не разбирается в современном искусстве. На фото, Япония. Скульптуры в музее Хаконе, сотни интригующих скульптур в сочетании с прекрасным видом на окружающие горы всегда оказывают на посетителей незабываемые впечатления. На фото, Япония. Внутри скульптуры в Хаконе одни скульптуры возвышают и настраивают посетителей на философско-лирический лад, другие же умело притягивают внимание к символике повседневной реальности улыбка, однако даже и в таких фигурах просматривается здоровый азиатский позитив. Сейчас читают, как доехать из Куала-Лумпур в Сингапур на автобусе самостоятельно. На фото, Япония. Скульптуры в музее Хаконе. Множество скульптур можно не только посмотреть, но также потрогать и даже полазить внутри них. В первую очередь это относится к затейливым лабиринтам и инсталляциям. На фото, скульптуры в японском музее Хаконе. Незабываемые впечатления остаются и у детей, оценивших искусство как изнутри, так и снаружи. Хаконе для многих остается одним из любимейших мест в Японии, куда хочется возвращаться снова и снова. Отели в Хаконе. Забронировать отель. Если видео было вам полезным, пожалуйста, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал.